pastam şeyini kendim yakıyorum. Direkt tut. Evet. Lütfen. Ay ne bileyim bana ne bak. Mutluyuz lan Salla abi. Bir tek ben alkışladım lan sizi. На день рождения, точнее, нас неожиданно пригласили на день рождения. Многие говорят, что турки не празднуют день рождения, это полный бред. Сегодня я покажу вам, как праздновать день рождения дома. Кимендоумбил. День рождения у этого молодого человека. Талха. Ему исполнилось 26 лет. Ну и конечно. Ну и, конечно, самый главный наш герой, вы его уже знаете. Рай. Санки мама ксерсу. И он хочет стать полицейским. Вот такой вот у нас классный стол приготовили девочки. Шеф. Шеф. Самый главный шеф. И чекёфты, и какие-то вкусняшки. И самое главное, вот такой вот салат и сарма. И торт, который они испекли сами. Айхан, вот торт он на кенде. Tart, turta, pasta. Türkçe pasta, kendi yaptılar. Sonra geliyorsun böyle. Вот этот торт они приготовили сами, представляете? Вот такая вот красота. Сейчас будем пробовать. Самый первый у нас кто? Айхан. Айхан, пастовые макарны, бер-бер. Паста емеем, о yüzden çok bakacağım. Всем привет, дорогие друзья. Очередной день. Демре, и сегодня из порта Демре мы отправляемся в Кеково на лодке и будем смотреть затопленный город. Приглашаем вас вместе с нами. Порт здесь небольшой, но здесь можно отправиться в тур с туром, а можно взять лодку на 3 часа и отправиться в собственный частный тур. Вот на такой лодке мы отправляемся. Посмотрите, какая чистая вода. 40 лир с человека, частный тур, 3 часа. Здесь даже можно увидеть черепах, карета, вон она плывет. Настолько чистая, красивая здесь вода. Капитан. Ну а сейчас покажу вам нашу лодку. Лодка у нас небольшая. Здесь есть на носу лежаки. Можно полежать. Эрай насосен. Эрай насосен. И вот такой вот простор открывается перед нами. Ну а мы плывем в Кеково, в затопленный город. Вода здесь невероятного цвета, конечно. Такого прям темно-синего, а чистая... Теплая, очень теплая. Айхан насосен. Мы приплыли к какой-то пещере. Посмотрите, какое потрясающее море. Цвет просто невероятный. И сейчас заплываем в пещеру. Супер! А? Buralarda bir ses geliyor. Motor.
А вот народ плавает. Я бы тоже сейчас искупалась, конечно. Вот так вот на яхтах люди приплывают и плавают вот в таких вот бухтах. Ну а я лежу здесь и наслаждаюсь панорамой, чего и вам желаю. Обязательно приезжайте. Из Демри эти туры ходят 2 раза в день. Стоит 25 лир в 10 утра и в 1:30. Но можете взять и частный тур. Пульван. Идем нормально. Где Амусон? Да, я видела. Ходи, Гельбан, подождем сын. 5, 5, 7. Нет, вот это. А не только за батмал. Юзин яла. А? А теперь мы уже прибыли в Кеково, затопленный город. Можно увидеть лестницы, которые ведут в воду, и остатки античного города под водой. Пока мы едем до самой главной достопримечательности этого затонувшего города, немножко расскажу вам о нем. Как рассказывает интернет, затонувший город Кеково – это настоящий рай для археологов. Здесь скопилось огромное количество артефактов, которые до сих пор не успели собрать. Что же случилось с этим городом? Подобно Атлантиде, в результате тектонических движений земля сдвинулась, горы Тавра повысились, и несколько городов ушли под воду. Люди бежали отсюда, захватив лишь самое необходимое. Поэтому здесь такой богатый античный слой археологических раскопок. Как я уже говорила, этот город, затонувший город, находится недалеко от Демре. И при хорошей погоде вы сможете увидеть большое количество затопленных домов, конечно, то, что от них осталось, непосредственно под водой. Например, здесь, непосредственно здесь находился хамам. А сейчас мы приехали в местечко, которое называется Калекёй. Сюда можно добраться только на лодке. Или можно на собственном вертолете. Здесь, кстати, находится дом семьи Коч, одной из самых богатых и влиятельных семей в Турции. Очень, конечно, красивое место. Сейчас мы тоже попробуем сойти на берег. Местечко маленькое, наверху видите крепость, которая сохранилась еще со времен османов. И очень мало домов. Уникальное место. Прямо около пристани люди плавают. Вода здесь невероятно чистая, но цвета такого уже зеленоватого, не голубая. И дом Рахмы Коч, семьи Коч, находится на самом-самом верху. Вот такие вот здесь маленькие ресторанчики на этом острове. Бу Адама?
На полуострове. Очень много лавочек. В общем, очень рекомендую. Очень красивое, колоритное, невероятное место. Черепичные крыши и много туристов. Небольшой ресторанчик. Еще одно кафе. Кактусы. Не разрисованные, не испорченные. Настоящие кактусы. Посмотрите, даже фрукты остались. Даже камеру не хочу выключать. Просто показываю вам, где мы проходим. Слышу русскую речь из кафешек. Посмотрите, какая красота. Глазею по сторонам. И вот она, самая главная достопримечательность затопленного города. Вот такие вот здесь пляжи, именно вот с таких вот каменных пристаней, даже не пристаней, а каменных пляжей, народ заходит в воду и купается. Невероятно красивое атмосферное место, друзья. И здесь, кстати, есть пансионы, где можно остановиться, приехать и отдыхать. Просто здорово. Ну, а мы спешим на нашу лодку, она отходит через 5 минут. Наша поездка закончилась, вам все понравилось? И сейчас мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. На сегодня пока. А в следующем видео вы увидите настоящую турецкую деревню. Но если не деревню, то что-то интересное. Поэтому если не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Всем всего хорошего. Пока-пока.